Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый зимний сезон, который продлится с 20 по 27 июня. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете автомобиль Hoonigan Fiesta, а на 80% Ford Mustang 93 года. За прохождение серии сезона на 50% вы получаете автомобиль Bentley Continental Forza Edition, а на 80% Cadillac Limousine. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня опытный в спринт-кроссе в Ранохской лощине вы получаете лыжную шапку. За первое место против драйватаров уровня опытный в уличной гонке Button Gate вы получаете автомобиль AMC Rebel. За первое место против драйватаров уровня опытный в зимнем чемпионате сообщества вы получаете автомобиль Audi TT RS. За первое место в чемпионате зимних игр вы получаете автомобиль Honda Civic 84 года. И за первое место против драйватаров уровня непобедимый в командном кольцевом кроссе в холмах Гриндейла вы получаете автомобиль Lancia Delta. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Шик». Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории гиперкары. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Ультра-экзотика». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику бок о бок 10 раз. Для того, чтобы выполнить эту технику, вам необходимо зайти в гонку и обогнать соперника. Следующее испытание называется «Вершина достижений». Для его выполнения вам понадобятся скоростные участки. А все, что от вас потребуется, суммарно набрать 9 звезд за эти скоростные участки. Последнее испытание называется «Элита автопрома». Для его выполнения вам понадобится заезд шоссейной серии «Спринт» в Лейкерском лесу. И все, что от вас потребуется, выиграть этот заезд. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить эпическую модную водолазку и легендарный гудок планеты Юпитер, а также редкий автомобиль Hudson Hornet за 575 очков. Ну а главный приз за этот форзафон – это легендарный Porsche 911 GT3 RS за 625 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!